Слышу ничего. Сережка, можешь шаг назад сделать? Спасибо. Пижняк. Обвиняемого Гершковичева защитников адвокатов Ножкиной Корчагиной переводчика письменно заявить ходатайство о ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение 3 суток. А я в следующий раз. Я уже сказала, что не разрабатываю, когда ты будешь приходить. Я говорю, что бывает такой график, и не могу прорваться.